ты ж забрался на мою базу как вовремя-то. Что? Ах, вот ты где, блин. Вот есть идейка вот эту, чтобы зарядить. Так, ладно. Тут я что-то заподозрил неладное. Ах, ты ж забрался на мою базу как вовремя-то, а? Я сейчас тебе дам, блин. Ща, пойдем. Сейчас ты поймешь, что такое на моей базе быть. Ты у меня сдох, что ли? Ты что? Забавно, да? Как ты у меня сдох? Только что было дело. Я уже дома, кстати. Ты упал? Серьезно, через это? Не, я дома, все. А? Не, ну как дома. Ты мог быть дома, если только что был здесь? Не может быть телепортация. Ну, как я узнал, что ты сдох? А, ясно. Но прикол в том, что я услышал, что мой кто-то умер. Я такой, что-то не так. Ну, блин, достало. У меня сейчас другая идея. Какая? Неважно. Слушай, а моих ты не убил, да? Нет, не убил. Они меня убили. Ну и я о чем? Я не успеваю реагировать, а блин, они по мне шмаляют, я хочу обратно. А куда, что, где, и бум, у меня хп нет. Ну так, ходить не надо на мою базу, значит. Да, 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 конечно. А мне ходить нельзя. Не, нормально. В принципе, это справится с проблемами. Как мне не нравится всем этим заниматься, вот так. Очень-очень. Во что ты взорвался? Ой, блин, сырки офигенные, слушай, блин. Украинские сырки. Что-то с чем-то просто. Как тебе? Что, они сырки сами? Украинские, да. Да, то, что я ел. Ну, это забавная штука. Блин. Мне достало умирать на твоей базе. Это такой бред полный. Я ничего на твоей базе сделать не могу. Хорошая работа, ребят. А, я, конечно, трачу мало всего, но... Ну, трачу. Да, достало это крафтить, достало одно и то же. Из раза в раз. Все, у меня все не получается, и все это по кругу, по кругу. Да ты, блин. Мастер умирать. Ты опять кодбрейкер? А, нет, не использовал ты. А, нет, использовал. А где он тогда? Чел, кодбрейкер не работает с одного раза далеко. А ты сломал весь, что ли, на последнем? Короче, догадывайся сам. Не, есть, конечно, но нет было. Хватит по мне шмалять, блин. Ты сейчас шмаляешь дробовиком, что ли? Нет, ничего. Ничего.
Какой дробовик? Ну это очень странное просто оружие было. Что? Ах, вот ты где, блин. Только что я там был, теперь ты там. Как же все-таки сложно попасть по тому, еще и с УЗИ, блин. По тому, кого нету, да? Нет, по тому, кто не видно, а не нету. А что ты хотел напасть, а? Нападай. Не удалось. Неудачное нападение было совершенно. Капец, что это за дробовик вообще? Не-не, попасть по себе, это что? Короче, проехали. Короче, номер не вариант. Блин. Пришел Люк, увидел и ушел, да? Да, я понял, что это многовато. Вот есть идейка вот эту, чтобы зарядить. Ладно. Ладно. Та-да-да-да-дан. Та-та-та-та-да. Подожди, а чё так туплю? Всё ж гораздо проще. Как тупишь? Ты то опять ко мне бежишь или нет? Нет. Ага. Реально сдох? Где? У меня на базе то. Я уже много раз. А, ну да, да, да. А, точно. Ладно, я пойду в ад, мне надо там добыть кое-что. Не понял. И... В ад? Да, мне надо одну вещь интересную там добыть. Просто издеваешься. Свинозомби почему-то загрены, я не знаю почему. Свинозомби? Ну, я не знаю, почему загрены. Просто так. Ну да. Ну, да, это наверное, с прошлого раза обиделись, не знаю. Здесь еще чигигер звук такой. Что делаешь? Ну только что 5 вот зато умер на твоей базе, опять ничего нет. Умер? Да, да. Жаль. Да, я знаю, что все это жаль. С этим ничего не поделаешь.
Ну, и что ты собираешься теперь делать? Понятно, что ты делаешь в аду, если честно. Ну, а что ты реально собираешься сделать?